Вань, а как там в деревне-то? А что в деревне? Хорошо в деревне. Хорошо в деревне. А все-таки? Все-таки... Так. Вот вы городской человек. Я деревенский. И вот нам сказали, давайте сравняем город с деревней. Ну, давайте. В городе что главное? Деньги. Ну, и в деревне пусть будет так же. А может быть так, нет? Вероятно, может. Хренушки. Не может быть так. Почему? Не может. А почему? Да вот я так рассуждаю. Вот я тракторист. Я в добрый месяц вышибу 1,5 сотни, а то и 2. Да? Да. А в труду больше заработаю. Не поленюсь, больше заработаю, точно говорю. Ну теперь, один маленький вопрос. Я-то заработаю, а волнует меня, что там после меня выросло или нет? Тут какой-то гегель получается. Да какой гегель? Я... В чем тут гегель? Я же вас не оскорбляю. О. Дело-то в том, что я эти деньги-то получил, так же, как на заводе, например. Но на заводе-то я деталь вытащил, отдал, и она пошла в машину. И машина себе поехала. Ну, а тут-то я деньги получил, накопил, вот, поехал на курорт. А хлеб меня уже, ну, волнует по-человечески. Это волнует, конечно, и мне хорошо, чтобы он добрый был. Но, ну, а вдруг он не такой добрый? Ну, а я уже деньги получил, все. Я хорошо живу. Я-то живу хорошо, а хлеба нет. Ну, как нет? Ну, что, не урожай, что ли? Да я же не про это, я к примеру говорю, что я живу, вон тебе как, хорошо, а хлеба нет. Ну, допустим, я к примеру говорю. Это другие плохо будут жить, да? Правильно? Ну, я не знаю, как по-умному это говорить, по-ученому. Ну, я вот так думаю, вот, вот где-то тут маленько есть какой-то разрыв, черт его не знает. Надо бы, понимаешь, если я крестьянин, так я же думаю... Как посеял, так и так же и собрал. А тут получилось, что я спахал, деньги получил себе, хорошие деньги. Сейчас хорошие деньги зарабатываю. Вань, не бери ты эту заботу в голову себе. Ну как не бери? Получил деньги. Нет, ну вы же спросили. Вы же спросили. А так хорошо, что так? Так хорошо. Я вон поехал на курорт. Ну и правильно делаешь, что ли? Поехал на курорт. Не, немного, правда. Ну, есть. Хватит. Давай еще. Опа. Ничего. Ну, вам удачно сконструировать. Ага. Ох, она. Маленько в бок пошла.